сорт сверхострого перца Мага Брайан Ред. Это сверхострый сорт перчика с остротой от 800 до 1 миллиона скобелей. Это смесь перца Мага и Симпот Брайан Страйн. Очень и очень острый перец. Этот сорт является сверхурожайным. Вот у меня такой вот куст, сейчас вам покажу. Так, покажу вам количество плодов. Плодов просто, ребята, нереально. Нереально. Советую всем этот перец. Смотрите. Здесь у нас получается 6 ответвлений. Сейчас я вам покажу их все. Посмотрите, сколько перца. Гляньте. Очень и очень много. Смотрите, как они вяжутся. Гляньте. Они вяжутся прямо пачками целыми. Этот перец очень и очень вкусный. Посмотрите, какая красота. Аромат этого перчика представляет собой смесь фруктового и цветочных ноток. Очень, очень классный. Невероятно вкусный. Такие вот морщинистые плоды у него. Такого темно-красного цвета. Созревает он, ребята, вот от зеленого. Потом такой становится слегка оранжевым. А в конце уже вот такого красного цвета. Вот у меня одна перчинка уже аж перезрела. Вот смотри, сколько начинает созревать с нижнего ряда. Вот он у меня упал, бедняга. Очень-очень много перца. Начинаю поливать. Вот видите, смотрите. Вот я шевелю. Земля мягкая. И он, получается, не выдерживает, начинает падать. Хотя и подвязанный был, но все равно рухнул. Срок созревания такого перчика от 100 до 120 дней. Высота куста может достигать от 70 сантиметров до 1,30 м. Это довольно урожайно. Если посадить его в теплице, ну, я не знаю, на килограмм, наверное, 5 вы соберете перца. Перец очень и очень насыщенным ароматом таким. Такой с легкой сладостью. Классный, классный сорт. Так что, ребята, советую всем. Вот посмотрите, какая красота. Видите, сколько вяжет он. Шикарный сорт. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры. И до встречи в новом видеообзоре.